Серьезная авария произошла утром в час пик в Абакане. Четверо пострадавших. Около 8 часов на перекрестке Шевченко и Тельмана водитель Toyota Funcargo решил проскочить перекресток на красный. В этот момент на пересечении улиц уже выехала Toyota Ipsum. От удара Funcargo отбросила на светофор, затем на забор жилого дома, после чего машина перевернулась на крышу. Пострадал водитель и трое пассажиров в салоне. В Toyota Ipsum тоже травмирован водитель. О состоянии пострадавших автоинспекторы не сообщают.